Не имеющий аналогов в республике, конкурс уникален тем, что его участниками ежегодно становятся люди разных возрастов и профессий. Врачи, банковские работники, преподаватели, журналисты, студенты и пенсионеры. Они выходят на сцену, доказывая, что хоровое пение может быть модным и зрелищным. 3, 4. Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Это готовится к выходу на сцену обладатели гран-при фестиваля двух последних лет «Хор Братина». Секрет стабильного успеха коллектива в том, что на протяжении 5 лет их состав практически не меняется. Поэтому в унисон у них звучат не только голоса, а еще сердца. На вопрос, что их мотивирует из года в год, отвечают искренне. И становится понятно, хор – это их вторая семья. Вообще в культуре я работаю... И не работаю, я занимаюсь с самого детства, с младших классов. Вокал для меня это как праздник души, и по сей день, 25 лет, для меня это как новое воодушевление, новый поток чего-то. Люблю петь, но а из хирурга, в данном случае в разбойника, первой песни это будет, перевоплощение было несложным. И хирурги режут, ну и разбойники тоже режут на улице. Делаю всегда, чтобы людям было приятно от меня. Вот поэтому, наверное, нет у меня плохих друзей, у меня все прекрасные друзья, и я рад, что я рад Господу Богу и своим родителям, что меня воспроизвели на свет, чтобы я приносил людям радость. Конкурс проводился в 3 номинациях – попурри, песни в рок-обработке и фристайл. Жюри предстояло отсмотреть 15 номеров и на их основе выставить каждому коллективу 1 общую оценку. Артисты с каждым выступлением все больше влюбляли в себя зрителя. И после 1 номинации появился явный фаворит. Что вам пока больше всего нравится? Болеть ни за кого не пришли, просто пришли посмотреть. И нравится вот бременские музыканты, которые исполняли. Братья. Отлично, отлично. У каждого номера была своя прелесть. В них сочетались песни, хореография и уникальные костюмы. Творчество профессионалов и любителей. Но первое место по достоинству занял хор «Братина». Константин Курбатов, Игорь Гангаев. Наши новости.